Большая, современная, с внушительной территорией школа в микрорайоне «Пригород Лесное» готова встретить учеников. 1 сентября на этой площадке соберутся сотни детей, а пока строители заканчивают последние приготовления, чтобы учебное заведение было максимально комфортным. В ней два спортивных зала, один большой, один малый. Также есть помещение и для занятий танцами, если говорить про спорт и досуг. Также у нас есть электронная библиотека, где можно прийти детям и почитать в электронном формате почти обширную библиотеку. Вот. Соответственно, также, безусловно, большой актовый зал. Вот. И очень классная столовая. Также на территории находится уличная спортивная зона с футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками, беговыми дорожками. Общеобразовательная школа номер 2 в деревне Мисайлова рассчитана на более чем 1000 мест. Сейчас застройщик передает ее в собственность администрации Ленинского городского округа. Для того, чтобы лично убедиться в готовности объекта, учреждение посетил глава муниципалитета Алексей Спасский. Спасибо большое. Спасибо большое, да. Еще один объект, который проверил глава, пока находится в стадии строительства. Это пристройка к Молоковской школе, где образование будут получать ученики младших классов. Та школа большая, которая вводится в пригороде Лесной, она, во-первых, раздует существующую первую Мисайловскую школу. И практически вот в моменте мы приходим к нормативному наполнению. То есть школа на 1100, туда будет ходить порядка 1100-1200 ребят. Ну и плюс вот для того, чтобы отсюда с Новомолокова, с Молокова, с села дети никуда не ездили, этот блок начальных классов там почти на 300 человек. Это, конечно, очень большое, очень сильно разгрузит учебное заведение. В начальной Молоковской школе будет свой спортивный и актовые залы, пищеблок, просторные классы, оснащенные современным оборудованием. По поручению главы сейчас самое основное надо будет сделать, ввести школу до 31 декабря 2023 года. Ну, сейчас мы все силы направляем на это. Всего в этом году в Ленинском городском округе в эксплуатацию планируется ввести 4 школы и 8 детских садов. Юлия Погосян, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.